За протяглые майские выходные в области отбылось 5 огненных здарений, у тем лику с гибелью человека. Так в Островецком районе при пожаре жилого дома загинул господар. Здарение зафиксировано у вёсцы Лоша. Огонь пошкодил подлогу приватного дома, столь маёмость застались за курадымленные стены. У жилым покое на подлозе специалисты службы 101 знайшли загинулого господара. Обставины трагичного здарения высветляются.